Сегодня мы будем сражаться за Родину, за Россию, за СССР. И всем привет, с вами майор Крафт. И сегодня эти монолитовцы будут фашистами, а военные военными. Ну, короче, устроим битву. Сегодня будет снова противостояние. Честь 9 мая. Давайте-ка быстренько заспауним. Персонажи. Военные. Сделать. Раз, два. Либо у меня вылетит игра, либо начнется месиво. Вперед, ну чего мне толкать, валите этих уродов! Ой-ой-ой! Тут и мне страшно! Лагает! Ну чего мне выкинули, но я расстреляю сейчас! У меня меньше хп, чем у вас! Валите их! Всех перевалили! Вон там еще стреляется кто-то! Вон, вижу! Ты ж у меня так высь. Нашего подстрелили! Держи аптечку! Выручил, друг. Спасибо тебе. Ай, вон он! Получи, рад! Ох, аптечка. Быстренько все возьмем. Надо перезарядиться. Опа, здорово. Проклятый фашист. Эй, ты чё делаешь? Победа? Мы победили. И остался один фашист. Стоп. Чё он исчез? А, вот он. Ну, здорово. Кто его добьет? Чувак, обернись! Что-то уж слишком быстрая битва, а серию хоть надо на 10 минут растянуть. А то мне еще вырезать, думаю. Персонажи. Вон они, вали! Ай-яй-яй-яй! Ты козлина, вали его! А, завалил. Свой, граната! Ай, как больно! А этот прям прыгнул на гранату. А гранату тебе как? Вон он! А перезарядиться. Мать. Свой. Ну надо же. Вроде всех завалили. Да. Ух, мать. Повалили на повал их. Ну надо же. А что я ранен? О, ты выжил! Давай я тебе помогу. Держи аптечку, у меня есть аптечки. Спасибо. Кто еще ранен? Так, сейчас глянем. Ничего себе, сколько нас там еще. И вдруг они сбоку идут. Мы еще не завоевали ихнюю базу. Мы только пришли сюда. Сейчас уже только профи. Ой, какие свобода! Что вообще тут свобода делает? Вы будете против монолита сражаться? Короче, это подмога нам прибыла. Свобода вроде не против нас, может она будет против монолита. Персонажи. Монолит. Я сказал монолит, профи. Ой, а что ты такой? Вон они, валите их! Че это подмога к нам? Вон они! На, завалил! Граната! Фух! Вечно боюсь этих гранат. Вечно они пробивают мою броню. С другой стороны еще идут! Граната! Блин! Сейчас будет бомбить сверху! Всех победили! Сколько ж трупов здесь! Пойдемте, мы еще не прорвались в центр! На базу главную! Вон они, мастера! Валить их! Вон он, в спину зашел! Завалил! Еще один, перезарядка! Фух! Ты че меня стреляешь? А, я ваших ранил, наверное, нечаянно! Это предатели!
Свобода предала нас! Свалил одного! Тебе кранты! Придется уничтожить свободу, извините, ребятки! Извини, чувак. Пришлось это сделать. Они предали нас. Интересно, что ох, еле их перебили. Нас встреча уже мало осталось. Сейчас будет выброс. Это не... Будут бомбить! Еще одни! Уходим! Их там больше, их больше! Надеюсь, своих не задену там. Перебили их там. Все, похоже, мы победили. Один ранен. Граната, нет! И дебилы, и дебилы! Вон он, вон он! Перезаряжусь. Уходим в здание, быстрей! Сейчас будет бомбить! Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Быстрей, быстрей! Наши как будто зашли, будем считать. Точно ищите Просто я не знаю, как им сказать, чтобы они сюда заходили. Все-таки боты-то тупые. Офигеть, их тут! Вали их! Ужас, ужас! Слишком много, не знаю, кому мне отбиваться! Главное, своих не ранить! А то они меня убьют, я знаю их! Слышь, ты! Надо калашников достать! Вон он, еще один! Это с гранатой! Нас разбомбили в итоге. Но наши солдаты выжили. Я как герой погиб. Но все-таки наши солдаты победили. Монолит были уничтожены. Ну, фашисты. Я не смог выжить. Ну, поставьте хоть за это лайк. И подпишитесь на канал. Все-таки мы старались победить. И мы победили. Как во Второй мировой войне. Только я не смог выжить. Но солдаты-то добили. Уничтожили фашистов. Их не уничтожила бомбежка сверху. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Майор Крафт. Это было видео в честь 9 мая. Всем покедова!